Всем привет, ребята! Приветствую вас на канале Ната, и у меня сегодня небольшой сладкий обзор с магазина Kaufland. Kaufland удивляет нас с каждым разом все больше и больше. Итак, нам дали, мы пошли, взяли такой вот листочек, вырезали его, нарисовали, разрисовали и сдали. Прошло несколько дней, конечно, нам его немножко поломали, это ничего страшного. Прошло несколько дней, и мы забрали подарочки, сапожок, а в сапожке было вот яблоко, апельсин, печеньки, рождественские сердечки и вот такой вот подарочек Дед Морозик с игрушками. Очень-очень приятно получить ребенку вот такой вот подарок. И совершенно бесплатно делает магазин Kaufland. Огромное спасибо, Kaufland, выражаем вам. Ребенок очень доволен и радуется. Дорогие друзья, спасибо за ваши комментарии и за лайки. Этим вы продвигаете мое видео. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Конечно, комментарии и обзоры у меня небольшие, совсем маленькие. Но все же спасибо за поддержку. Мне так приятно. Увидимся в следующем видео. Счастливого Николауса!